Смотрите сегодня в выпуске. 9 мая на площади Ленина прошла традиционная легкоатлетическая эстафета. В ней приняли участие школьники, представители городских организаций и предприятий. Стартовал городской турнир по мини-футболу «Прорыв» среди воспитанников детских садов. В этом году за победу будут бороться 19 команд. Соревнования проходят в спортивной школе «Кар». 13 мая на лыжной базе торжественно открыли кордодром – специальную площадку для запуска кордовых моделей. На ней будут проводить тренировочные занятия для воспитанников авиамодельного клуба, а также соревнования различного уровня. Сборка и разборка автомата Калашникова, стрельба по мишеням, лазертаг. В праздничные дни в Балыкове у Свято-Георгиевской часовни состоялся военно-спортивный праздник «Георгиевская ленточка». Десять этапов общей протяженностью около 3 километров. Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошла на площади Ленина сразу после торжественного возложения цветов у Вечного огня. Я считаю, что таким образом спортсмены отмечают великий праздник, который празднует весь советский народ. И в целом, вот ребята, таким образом спортсмены показывают свои результаты, командные результаты, побеждают, кто-то побеждает и занимает призовые места, кто-то побеждает себя, преодолевает себя и тоже считает себя сегодня победителем. И вновь в формат мероприятия вмешались коронавирусные ограничения. Традиционного парада участников не было, но на витающей в воздухе праздничной атмосфере это никак не сказалось. Эстафету открыли команды школ города. В первой возрастной группе 13-15 лет победу одержал лицей номер 15, во второй 16-18 лет школа номер 13. Сложно было собраться, как бы давит на тебя вся эта ответственность, боишься подвести команду, потерять палочку и тому подобное. Бежалось легко. Погода подходящая, поэтому бежать было несложно. Честно, я не ожидал, думал, будет все хуже, но команда у нас получилась довольно-таки сильная. Соперники тоже молодцы, хорошо боролись. Среди женских команд лучшими оказались участницы от РФЯЦ в НИЕФ. У мужчин лидерами стали представители воинской части 3274. Ребят, вот сегодня мы в этом зале собрались для того, чтобы играть в футбол. Первые шаги к мастерству стартовал городской турнир по мини-футболу «Прорыв» среди воспитанников детских садов. Игры группового тура проходят в спортивном зале школы «ИКАР». На трибунах малышей поддерживают их тренеры, воспитатели и, конечно же, родители. Ну да, для ребят это первый турнир такой большой, и они с удовольствием восприняли. Наверное, кто-то волнуется, кто-то, может быть, даже не спал всю ночь, там, я не знаю. Вот. Ну, я думаю, что это хороший опыт для них. Соревнования, понервничать, подружиться, потолкаться, поиграть. И я думаю, что это замечательно, что такие соревнования есть. В этом году в турнире принимают участие 19 команд. Их разделили на 6 групп. Играют по круговой системе. Победители групп образуют золотой финал. Команды, занявшие вторые места – серебряный финал, а третьи места – бронзовый. Учитывая юный возраст футболистов, правила турнира довольно щадящие. Малыши играют 2 тайма по 5 минут. Мяч у нас не уходит за пределы поля, мы не разыгрываем его из лицевой линии. Как они там об стены его пинают, об лавки пинают, ну пока как во дворе играют. Ну а минимальные правила касаемо там грубости, нарушений там физических каких-то контактов, ну и, соответственно, игры там руками и игры, соответственно, в вратарской площади с одним вратарем. Детский сад номер 8 «Улыбка» в турнире участвует уже 3-й год. В прошлом году они боролись в золотом кубке и заняли 3-е место по городу. В этом году в команде 4 ребенка и старшие, и 2 из подготовительной групп. С наступлением теплой погоды малыши в садике играют в футбол ежедневно под чутким руководством своего тренера. К соревнованию ребята подходят ответственно, немного волнуются и очень хотят победить. Вы знаете, и нравится, наверное, все-таки соревнования. То есть они шли... Но, наверное, для них это очень важно. Для них это гордость, что отобрали именно их. Вот. Но они знают, что главное участие. Для них даже будет гордость то, что они поучаствовали в этом турнире. Если даже не займут никакое место. И для нас тоже. Турнир в этом году посвящен 10-летию школы «Русата».
На лыжной базе торжественно открыли специализированную площадку для запуска авиамоделей – «Кардодром». Ее создали с учетом современных требований авиамодельного спорта, поэтому здесь можно проводить тренировки и соревнования по всем основным классам кордовых моделей – скоростным, гоночным, пилотажным и воздушному бою. Соревнования областного масштаба или российского масштаба, то есть они все соревнования проводятся вот на таких площадках, которые называются «Кардодром». То есть это обязательные условия для проведения соревнований. И поэтому в нашем городе такие соревнования мы не проводили долгое время. Мы в основном идут у нас тренировки. Кордовая модель летает виражами, движется по окружности, в центре которой находится запускающий авиамоделист. Он вращается на месте вслед за моделью и управляет ее полетом. После запуска аппарат развивает скорость до 300 км в час. Поэтому кардодром не только позволяет спортсмену достигнуть лучшего результата, но и обеспечивает безопасность зрителей. Много лет я летала на обычной площадке, где ставили машины, то есть на стоянке около ВНИЭФа. И это было не очень удобно, потому что там было много камней, самолет из-за этого не взлетал, и было очень плохо. Они ломались и разбивались. А сейчас у нас очень хороший кардодром, тут можно спокойно размотаться, полетать и отлично просто пролететь. После церемонии открытия кардодром потестировали воспитанники авиамодельного клуба станции юных техников. Многократная участница соревнований по авиамодельному спорту Софья Тютина совсем не волновалась перед выступлением и, по ее мнению, показала достойные результаты. Моя модель, вот данная, летает 250 км в час до, скорее всего, 270 км в час. Но если поставить хороший винт, то она может пролететь даже 290 км в час, а это для меня очень много. Зрители завороженно наблюдали за полетом моделей и аплодировали спортсменам. Следующее показательное выступление авиамоделистов запланировано на День молодежи. От рядового до генерал-майора за один день. Такую возможность предоставили юным участникам военно-спортивного праздника «Георгиевская ленточка». Ребята получили погоны за успешное прохождение таких испытаний, как метание ножей, стрельба по мишеням, мотание портянок, подшивание воротничков и веревочная переправа. Во-первых, они погоны могут обменять на гречневую кашу вкусную с чаем. И во-вторых, кто собирает, то есть им вручается георгиевская ленточка, и на парад победы, то есть они могут сказать, что я свою георгиевскую ленточку заслужил. Не купил, не где-то, то есть просто так дали, а именно заработал потом и кровью. Военно-спортивный праздник в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца провели на территории Свято-Георгиевской часовни в Балыкове. Открывал торжественное мероприятие парад курсантов военно-патриотических клубов и ретро-техники. Нас пригласили поучаствовать в этом мероприятии, открытие часовни в честь святого. Вот. И, собственно говоря, мы привезли технику, автомобиль, мотоцикл. Ну и небольшим парадом с детьми прошлись строем. Они прошли строем за нами, а мы впереди проехали. Позднее юные гости праздника могли посидеть за рулем железного коня, в люльке или в автомобиле. Интерес к транспорту у малышей не угасал ни на минуту. Торжественную часть открыли приветственным словом протоиерей Александр Брюховец и депутат Михаил Савин. Военно-спортивная игра проходит у нас с вами в прекрасном историческом месте. Если посмотреть историю, что отличало наш народ? Это три составляющих компонента. Первое – сильное государство, второе – христианская мораль и нравственность, и третье – дружба народов. Вот для всего для этого проводятся как раз такие военно-патриотические мероприятия. Перед часовней провели пасхальный молебен, и в завершении официальной части праздника Павел Наваев наградил курсантов за успехи в учебном году дипломами. Ребята поначалу растерялись и долго не решались выйти на импровизированную сцену. Илью Сергеева наградили офицерскими часами за победу в конкурсе лучшего девиза. Теперь он звучит так: «Мы русские, с нами Бог». Мы проводили конкурс на звание военно-патриотического клуба, девиз, гимн. Как у каждого воинского подразделения, должны быть свои регалии. И вот Сергеев Илья, то есть он он озвучил как раз название гимна, придумал. Ну не придумал, нашел, скажем так. И гимн клуба тоже, то есть это его заслуга. В конце праздника провели торжественное построение и вручили честно заслуженную награду – георгиевские ленточки. А те, кто собрал больше всех погонов, получили памятные призы.